Пришла весна и пришло время научиться постоять за себя, защититься в экстремальной ситуации. Сегодня мы будем делать это вместе в программе «Есть контакт». Смотри внимательно и ничего не пропусти. Прежде чем мы приступим к основным приемам, нужно хорошенько размять суставы и мышцы. Это поможет избежать ненужных травм. Теперь начинаем сами занятия. Традиционный поклон, принятый в восточных единоборствах, обязателен. Это помогает дисциплинироваться и настроиться на нужный лад. Позитивный настрой – половина успеха. Но прежде всего собраться с мыслями, не волноваться, не вызвать агрессию у человека, который пытается на вас напасть. Сейчас мы покажем основные приемы. Они очень простые и наиболее эффективные. Когда ваша жизнь и здоровье подвергаются опасности, все средства будут хороши. Бросая в лицо противнику ключи, можно выгодно использовать эффект неожиданности и выиграть несколько секунд. Все, что попадется под руку, тоже можно использовать в целях самообороны. Палка, песок тот же самый, расческа, это баллончик с дезодорантом. Все, что угодно, все, что вы найдете у себя, все может стать оружием. Нужно потратить не так уж много времени, чтобы появилась уверенность в себе на улице. 3-4 месяца. Первые навыки будут. Самые простые. А уже потом уже зависит от человека. Следует уяснить, что только систематические занятия принесут пользу. Поэтому пропускать тренировки очень неразумно. Отлынивать на занятиях тоже нельзя. Не стоит надеяться, что дома вы сможете отработать все приемы. Дома можно только поддерживать физическую форму. Все равно отработка именно в паре должна быть. Потому что без партнера вы не отработаете. На воздухе вы не отработаете эти движения. Потому что надо отрабатывать в паре. Надо отрабатывать на партнере, потому что человек двигается. Важной составляющей в процессе обучения является психологическая подготовка. Только комплексными методами можно добиться 100% результата. Пытаемся показать ситуацию наглядным образом, именно типичную ситуацию, стрессовую. Делается все это как бы немного в боевой форме, именно резко, неожиданно. И просто-напросто, да, уже смотришь, человек готов был или не готов. Кстати, даже если у вас слабая физическая подготовка, многому придется научиться. На ваши двойки по физкультуре никто смотреть не станет. Придется освоить и нелюбимые отжимания, и выматывающие упражнения на пресс, и даже растяжку, как у Ван Дамма. Это поможет избежать ненужных ошибок. Дай бог, чтобы это не надо было применять ни в коем случае. Но если уже пришлось применить, что улица ошибок не прощает. И надо нанести движение четко и, как говорится, без запинки, чтобы это все было аккуратно отработано на автомате. На сегодня наш урок закончен. Надеюсь, он прошел с пользой для всех. Спасибо за занятие. В следующих программах «Есть контакт» мы обязательно вернемся к вопросам самообороны.